Да, жалко. Пойдем. Ну ладно, сейчас еще будет время. Заведем денег, там же сядем. Да, наверху. Здесь подвал. Тише. Можно я открою? Открывай. Ну, у меня по сундуки. Там рядом сундук же еще один был. Тебе нужен дроп? Я тебе могу дать. Он дает тебя. Я, да, ты мог мне пораньше это сказать, но я сейчас лягу из-за этого. Спасибо, блядь. Стоишь рядом меня, рядом со мной, не мог мне этого сказать. Ну ты лучше. Я сейчас поешь, мне вообще скинут. Я, блядь, скину себе все ранги в мире. У него хват. Он не побежал за тобой? Не знаю. Шкаф полезет. Не, нафиг шкаф. Вот это персонаж стоит. Точно, у меня стоны. Блин, ну ты не вовремя вылез. Блять. Каловая хлопушенция, он пошел в ящики смотреть все. Он сейчас меня найдет. Найдет, думаешь? А, он просто, скорее всего, кемперил выход. Опа, смотри. Смотри. Hello. Не, он проверял все шкафчики. Он шел мой шкафчик проверять, он не собирался уходить. Он был около входа, шаришь? Лифтим вот. В ближайшем круг денег. То есть он к этим сейчас и пойдет, да? Опа. Вовремя сел, да? Бля. У него, кажется, зеркальце стоит. А что зеркальце делает? Ну, какой же выхаживает? Думаешь? Ну, он ко мне сразу пришел. Блядь, ну бесит эти еды через окно, тупые просто. Опять я, блядь, сдыхаю. Я уже забыл, когда у меня надпись была «Сбежал». Ты что, крюк не видишь, да, он? Да, видит он крюк. А, да просто ближе был крюк. Я просто. Серьезно, вы стоите? Да. Оба тяга. Блядь, ты выход открывай хотя бы, ты сбеги, да, он. Дай его в друзья добавлю, скажу ему, забей, забудь, блядь. Он тебя снять меня хочет. Да не снимет же он меня, ну очевидно. Он якобы твич, а ну это тот же чувак, тот же твичер, да? Александр с Москвы. Заметил? Саша с Москвы. Опять Москва. Почему в Москве такие дауны? Я ему сейчас все, сука, выскажу. Ты понимаешь, я не могу так. Look at it on the way.